Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я зайду на аккаунт самого сильного игрока в мире. Я думаю, вы все вчера видели мой турнир, так вот, этот человек выиграл абсолютно всех. Он выиграл Винди, он выиграл Стэнли, он выиграл абсолютно всех участников, более 300 заявок. И прямо сегодня мы зайдем на его аккаунт и посмотрим, что же у него за инвентарь и что же у него вообще за аккаунт и статистика. Но вы, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду, пожалуйста, прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал. Я покажу несколько моментов с турнира, как Дезли играл конкретно в финале, просто посмотрите. Тут Стэнли, это очень жесткий киберспортсмен, он выиграл Винди 10-4. И посмотрите, как Дезли его закрывает. Ну а прямо сейчас посмотрите еще один смешной момент. Стэнли пытается пушить, кидает хаешку, она отлетает обратно в него. И посмотрите, как Дезли просто в прыжке дает голову. Просто это трындец. Ну а прямо сейчас будет вообще трэш, потому что Дезли на последней секунде. Ребят, смотрите на время. 4, 3... 2, 1, 0, 0. И он просто на нуле обратно же мочит Стэнли. Это очень жесткий киберспортсмен и чемпион мира 2021. Ну что же, дамы и господа, я уже зашел на аккаунт Дезли. Первое, что вижу, это, ребятки, звание легенды. То есть звание очень высокое, и парень просто сам по себе красавчик. Играет нереально хорошо. Айдишка у него начинается на двойку, то есть он уже играет следов более 2 лет. Ну, в принципе, я его знаю тоже более 2 лет, потому что он еще с 2017 являлся моим подписчиком. Так, ну что же, теперь заходим в статистику профиля. Процент побед 57%, КД вроде бы обычно 1.57, но я не сказал бы, что это очень большое. В общей статистике 2.65, но если вы хотя бы один раз с ним играли, вы поймете то, что это реально, ребята, какой-то сверхразум. Смотрим историю матчей. Просто давайте ради интереса нажимаю на последнего матч, и я вижу то, что Дезли играл на первое место. Притом с значительным отрывом, потому что у него целых 15 киллов. Ребята, Дезли очень жесткий кибер, и он играет очень хорошо. Обратите внимание то, что у Дезли, ребята, 14 тысяч заявок, друзья. Также у него клан Маслята, то есть он с моего клана. И я очень рад, что чемпион мира по дуэлям находился именно в моем клане на момент участия в турнире. Так, заявок, друзья, 14 тысяч, то есть он довольно-таки медийный. А теперь посмотрим личное сообщение. Просто, ребят, почитайте, что же тут написано. Можно попытаться с кентом взаимодействовать. Привет, Дезли, гость мной ММ, ку Дезли. Дам вам по 100 голды, то есть ему уже предлагают даже платить голду, так сказать, за буст. Это просто что-то с чем-то. Так, ребят, давайте я отключу уведомления, а теперь мы будем смотреть его инвентарь. Я скажу так, он вчера у меня на турнире выиграл 6 тысяч. Прямо сейчас мы, ребятки, переходим на его аккаунт, и что же я тут вижу? Мать моя женщина, вот это парень живет! 3 ножа, АВМ Genesis Statrek, самые крутые скины, самые крутые арканы, елки-топалки. Просто, ребята, посмотрите, насколько же он богат. У него, блин, М9 Байонет за спецназ, термитлов за террористов, АВМ Genesis Statrek, он же стоит 1600 голды. И при том, посмотрите, какие крутые наклейки, ребят. Одна вот эта вот наклейка стоит, кажись, в районе 5000 голды. Так, ну что ж, давайте смотреть дальше. Что же еще интересненького есть у Дезли? Дальше идут рарочки, которые он, скорее всего, не продал, потому что им лень. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Насколько я знаю, у него есть довольно-таки блатные наклейки. Ну что, ребят, долистим им до самого-самого низу. И я вижу, да, те самые крутые наклейки, ребят, просто посмотрите, как же у него много наклеек. Просто мне очень интересно, сколько стоит каждая из них. Давайте, ну, например, вот это, 400 голды, обалдеть. А сколько, например, стоит такая вот наклеечка, 275. Вот это я понимаю, 170, очуметь почины, вот это он успешный. Я просто в шоке, ребят, просто прожмите за это лайк. Также у него 1000 голды, но вы сами знаете, у нас есть такая традиция, что я никогда подписчикам не оставляю без голды, если захожу на их аккаунт. Хоть я ему и давал вчера голду, вот смотрите, магазин, история, история продаж, где, а вот, я купил у нее скин за 6к голды, но прямо сегодня я прокачаю его обратно, потому что он реально чемпион мира и он красавчик. Ну а прямо сейчас я вам, ребятки, покажу секретный прицел Дезли. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас внимательно смотрите. Да-да-да, это тот самый прицел от Дезли. Можете его скринить, можете его записывать, потому что, ребята, с этим прицелом он нагибает любого. Надеюсь, Дезли это не секрет. Ну что же, ребятки, только что я сдонатил. Можете посмотреть, у него уже целых 15 кейсов. Да, ребята, 15 кейсов, мать его! Ну что же, поехали, открываем первый Rival кейс, потому что, ребята, кейсов очень много, и я реально хочу ему выбить какой-то крутой нож и более крутой инвентарь. Так, Фомас Хул, окей, услышал, поднял, приподнял, идемте дальше. Открываем следующий Rival кейс, пока что без буста, но дальше будем бустить. Блин, ребят, ну нам надо хоть один нож, хоть один же команда лакшери, ну что с дела-то? Так, делаем буст. G-команда Floral, ну пожалуйста, отверточка, G-команда лакшери.
Нажимаем открыть, и нам выпадает, дамы и господа. Что же выпадает-то? G-команда Reaper. Почти выпал, но, увы, ах. Так, открываем дальше. Ravel Case. Делаю очередной буст на G-команда Ancient. Делаю буст на AVM Genesis. Ну, а прикиньте, ему выйдет второй. И нам выпадает, нам выпадает, нам выпадает Фомаску. Ну, ребят, ну, елки-то палки. Ну, что за дело-то? Так, Ravel Case. Полетели! Так, 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 так. И нам выпадает. Ой-ой-ой-ой-ой. Эмстерг Бигл. Ну блин, ребят, ну хотелось бы получше. Но и так сойдет. Так, уже 5 кейсов нету. Ничего себе, как быстро-то. Так, ребят, надо искать заклинание. Чемпиону мира. G-команда выпадай. Поехали. Все, ребят. Ну я сказал супер заклинание. Ща по-любому G-команда выпадет. Так, а КР Карбон. Я, конечно, все понимаю, но это же не G-команда. Так, ребятки, открываем дальше. Ravel Case, говорю, волшебное заклинание. Ахалай, махалай, крутой аркана, дорогая, выпадай. И нам, дамы и господа, на выпадает P350 Rally. Такое ощущение, что стендов говорит, Кента ПК, так Десли и так богат. Ладно, окей, окей. Так, давайте, Ravel, Ravel, прокручу, 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 прокручу. И на выпадает. Ну, пожалуйста, ну хотя бы легендарка. О. Хотя, блин, дарочка, уже не погано. Открываю следующий Ravel Case, делаю обратно же буст на VM Genesis, я его проворачиваю, дальше делаю буст на G-команда Reaper, и нам выпадает, как вы думаете, что? Ну, надеюсь, ну, хотя бы одна аркана-то выпадет. Ну, хотя бы одна аркана! Так, ребят, не дезморалимся, потому что это только начало, рано или поздно должно повезти. Если не повезет в Ravel Case'ах, значит, повезет в любви. Ха, ладно, шучу. Значит, повезет в Fable Case'ах. Так, ну что, пацаны, осталось 5 кейсов, давайте говорить какие волшебные заклинания. Ахалай, махалай, топовый аркан, дорогая, выпадай. Поехали, поехали, и нам выпадает. Ну, пыжи, 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 пыжи. EMP 45 серебров, спасибо, ясно, понятно. Так, теперь делаю буст на Legacy. Legacy, хочу Legacy, хочу Dragon Glacier, хочу Black Widow. И нам выпадает... Нам, к сожалению, нифига не падает. Нам падает очередная рарочка. Так, ничего, ребятки, делаем обратно же буст на Dragon Glass. Я его кручу-кручу много раз, очень быстро. Просто открываю сходу и очень надеюсь, что мне выпадет аркана. Но я не знаю, такое ощущение, что как будто стендов говорит, Кента ПК, да Дезли и так богат. Зачем ему еще арканы? Ну, пожалуйста, стендов, ну ради меня! Ну, стендов! Так, 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 легендарочка не выпадает, выпадает Desert Eagle Ace. Блин, ребят, просто представьте, насколько же это было бы эпично, если бы из последнего кейса выпала нож бабочки Black Widow, это было бы очень круто. Ну или хотя бы Starfall, ну или хотя бы что-то, давайте. Поехали, 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 и выпадает, 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 выпадает. Ну, блин, ребят, такое ощущение, что стендов не любит Дезли. Ну что ж, дамы и господа, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуга, всем удачи и всем.